Под звуки главной песни лагеря дети выходят из своих корпусов на общее построение. Сегодня у них особенный день – открытие лагерной смены. В этот лагерь собираются не просто поиграться, побегать, а именно поучиться, научиться новым навыкам, возможностям, научиться вести, строить коллектив, научиться работать в детской организации, научиться создавать мир вокруг себя, и потом они поедут в свои города и школы, и там будут применять полученные знания. В лагере не отряды, а компании. Всего их 12. Они различаются по возрасту. Здесь дети от 7 до 17 лет. Одна смена длится 21 день. Методисты лагеря утверждают, здесь ребят ждет нетипичный отдых. Каждый день у нас тематический, он посвящен чему-то конкретному. Это дни о спорте, дни о творчестве. Мы будем стараться провести как те дни, которые для нас традиционные, и также новые дни, которые впервые мы проводим. Попытаемся ребят удивить, а главное сделать так, чтобы что-то новое они узнали, чему-то научились. Главная линейка, как и положено, проходит на центральной площади лагеря. Здесь выстроились все 12 компаний. Русские богатыри, гномы, секретная служба Пламенного. У каждой компании свое название и девиз, а также эмблема. И хоть все они такие разные, сейчас ребята единое целое. Все их эмблемы легко собираются в одну большую. Это костер, главный символ лагеря. С открытием смены ребят поздравили приглашенные гости. Ваша смена только начинается. Пусть она будет яркой, интересной, насыщенной какими-то очень хорошими делами. Пусть вы за эту смену успеете сделать столько, что потом в течение всего года вы этими делами будете зажигать ребят в своих школах. И сделаете очень много нового и интересного для того, чтобы жизнь в наших школах била ключом. Смена лагеря «Актива Пламенный», в отличие от других детских оздоровительных лагерей, всего раз в году. Однако, как и в других детских оздоровительных лагерях, программа насыщена спортивными развивающими мероприятиями и играми. Не случайно дети возвращаются сюда снова и снова. В городе скучно, здесь новые друзья, новые знакомства. Мне очень нравится этот лагерь. Здесь очень теплая и любящая атмосфера, очень добрый и любящий вожатый. И после первой своей смены я поняла, что это то место, в которое хочется возвращаться снова и снова. Качественно организованные мероприятия, слаженная работа вожатых, хорошие дружные отряды. Много друзей, вожатые классные. Я тут отдыхаю третий раз, и я сюда приезжаю только потому, что мне тут очень нравится именно атмосфера, которая тут находится. Мы постоянно занимаемся каким-то делом, вырезаем что-то, лепим, клеим. Всего в Рязанской области несколько десятков летних оздоровительных лагерей. В каждом из них несколько смен. А это летний отдых вдали от шума машин и городской суеты. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».